Во-первых, я хотел бы сказать, что очень хорошо, что музей, вдуматься стоит в его название, это музей Великой Отечественной войны, не музей Победы, а музей Великой Отечественной войны. И экспозиция, на мой взгляд, она как раз объективно показывает вот эти разные этапы. Здесь есть не только триумф, здесь есть и жуткая трагедия. Трагедия 22 июня. Кстати сказать, что очень любопытно, отдельная трагедия еврейского народа, трагедия цыганского народа. И есть вот это вот ощущение, это очень важно, которое, может быть, молодых ребят заставит читать и понять, что это не только ощущение, а это факт. Что враг пришел на нашу землю тогда со словами «Вы недочеловеки». Это наше жизненное пространство. Вы и ваша земля должны принадлежать нам, ваши города должны быть разрушены, затоплены, ваши деревни сожжены. С иными словами, что, на мой взгляд, очень важно, это то, чтобы мы не забывали о том, что Великая Отечественная война была войной на национального выживания. Вот так был поставлен вопрос. Это вот не война армий, это война против армейских полчищ, немецких, итальянских, венгерских, румынских, финских, неважно, народа, который вооружил свою армию, но это была война народа. И вот это, вот это нельзя забывать, потому что, ну, действительно, такой войны, как Вторая мировая в истории человечества не было, но такой войны, как Великая Отечественная, даже в нашей истории, по сути дела, не было. Хотя несколько раз враг приходил сюда, там французы брали Москву, но такого вторжения, как фашистское, как нацистское, в российской истории не было. Во-вторых, что очень важно, здесь есть намеки на то, что человек должен был узнать свои семейные истории. Вот ты смотришь на общую картину, но очень много каких-то личных экспонатов, да? Очень хорошо, что очень много писем везде, я обратил внимание. Дорогого стоит. Я, кстати, с некоторым трепетом заходил сейчас в музей. Когда было 50-летие Победы, я работал в программе «Вести» еще молоденьким корреспондентом, я отвечал за освещение его строительства. Я здесь бывал вот просто вот каждый день. В 95-м году, и экспонаты, все. Я сейчас вошел, даже помню, вот это мы снимали, вот это мы снимали, вот это. И потом, хотя у меня и книжка вышла про Великую Отечественную войну, и, как вы знаете, я много раз парады комментировал. Как-то я в музей не возвращался. Но это вот синдром коренного москвича, да. Каждый день проезжаешь, не заходишь. Я сейчас оказался после долгого перерыва, и был очень приятно удивлен экспозицией.